На ваших экранах абсолютная чемпионка России Маргарита Мамун. Всем она тоже запомнилась здесь, на Гран-при Москва. Единственное, что выступали, конечно, в квалификации 8 спортсменок от России. В финал вышли 2, и сегодня Маргариту мы, увы, не увидели. Но все мы ее, безусловно, запомнили. Тоже очень талантливая девочка. Воспитанница Амины Зариповой, да? Да. Наверное, и она и занималась, да, постановкой упражнения. Или Ирина Зиновка. Да, мы вместе с Аминой и вместе с Ритой. Очень красивая, нежная композиция. Такой оживший цветок. Умничка Маргарита. Маргарита. Назвать, наверное, восходящие звезды.